Первый поэтический автобус в Минской области проехал по Солигорщине. Это творческий проект автобусного парка номер 1 и городского дворца культуры, который поддержал Солигорский районный совет депутатов. Поэтический автобус является ярким примером связи культуры и промышленности нашего района. Так как промышленная культура, общественная культура, культура поведения является основными базисом для повышения потенциала нашего региона. Солигорск-Старобин. Таков был маршрут поэтического автобуса. Он был посвящен Году культуры и проходил накануне Дня работников культуры. Заранее скажу, что необычный маршрут пришелся по вкусу как пассажирам, так и транспортникам. Данный проект впервые состоится в Солигорском районе и Минской области. И его проводит именно символично автобусный парк номер 1 ОАО «Минобл-Автотранс». Я полагаю, что данный проект, он плюется по душе пассажирам. Он проходит символично в год культуры, в преддверии праздника работников культуры. И я думаю, что, конечно же, оценку в конечном счете даст пассажир. В дальнейшем, если это будет востребовано, то и по другим маршрутам это будет осуществлено. Подробно о поэтическом автобусе, который удивил пассажиров и вызвал восторг, в программе «Есть повод» в четверг, 13 октября в 20:40. Между нами города, звездные огни, аэродром.